Это «Складываем информационный эфир» на RTVI и время нашей рубрики «Инфошум» о событиях или заявлениях, значимость которых сильно преувеличена. Разбираем, какие новости действительно новости, а какими только притворяются. Рубрику «Инфошум» сегодня представляет моя коллега, руководитель видеоотдела RTVI Карина Мухудинова. Карина, приветствую. Приветствую, Светик. О чем сегодня пойдет речь? О чем сегодня инфошум? Сегодня главный герой Ангелы Меркель. Ангела Меркель впервые поддержала действия России в Сирии. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Меркель прокомментировала ситуацию в Идлибе в интервью телеканалу НТФАУ. И вот, что она сказала в этом интервью. И сейчас нужно попробовать сделать все, чтобы побороть эти радикальные силы, но защитить мирное население. И это должно быть большой, важной задачей. Но прислушается ли Путин к этому призыву? Я надеюсь. Во всяком случае, мы очень серьезно об этом говорили. Как вы сами увидели и услышали, Меркель сказала лишь о том, что нужно защитить мирное население Идлиба. И это совершенно не значит, что канцлер вдруг решила поддержать Россию. Неправильную интерпретацию ее слов десятки русскоязычных изданий перепечатали с немецкого информационного портала Deutsche Wirtschaftsnachrichten. Именно журналисты этого издания почему-то решили, что Меркель, цитата, «впервые выразила поддержку российской операции в Сирии». И выпустили новость таким заголовком, причем никак ее не аргументируя. Стоит отметить, что у портала сомнительная репутация, и помимо статьи о Меркель, на нем опубликованы также материалы с другими оценочными заголовками. Ну вот, например, в Европе больше не свершатся судьбы мира или сильный доллар на руку России. Тем не менее, больше 80 русскоязычных СМИ подхватили выгодную для них интерпретацию слов немецкого канцлера, а некоторые издания даже обратились к политологам, чтобы выяснить, как заявление, которого на самом деле не было, отразится на отношениях России и Евросоюза. Если у вас есть сомнения, что это инфошум, можете, конечно, проголосовать на нашем сайте rtvi.com, но думаю, что у вас и у Тихона Зитко, нашего ведущего, сомнений. У меня нет сомнений, честно. Мне кажется, что это 100% инфошум, и, собственно, поэтому о нем Карина Мухудинова, руководитель видеоотдела RTVI, рассказала в студии. Спасибо. Карина, еще больше инфошума на нашем сайте www.rtvi.com.